Ребята, привет! Раннее утро, мы на копе, опять на этом поле, которое у железной дороги. Раннее утро, но уже жара. В очках стою, солнце уже шпарит, я просто напротив солнца стою. Покопаем сегодня мы опять на этом поле. Ролик прокаменился, немножко откладывается, к сожалению, потому что, ну, так сказать, организатор сие мероприятия немножко занят по работе. Ну, все мы люди заняты, ничего страшного, просто немножко откладывается. А съездим обязательно. Походим здесь, поищем. Здесь были находочки хорошие. И серебро, и медь хорошая попадалась. Советы. И поснимаем. Сегодня поснимаем с экшн-камеры на кепочке. Будем ходить вот в этом углу сегодня. Ходили рядом с деревней, сейчас походим вот в этом месте. Трава вообще выросла очень сильно за эту неделю. Очень быстро. Покажу сейчас ребят. Уже работают. Машинку мы вот здесь поставили. А вон там стоит Коляна кладомобиль. Он же мотоблок. Нива вроде называется. Он тут рядом живет. И прямо на нем прибыл сюда, на поле. Тут раз он пешочком уфигачил, показалось ему далековато все-таки. И вот он приехал на мотоблоке. Фух, будем ходить. Блин, жарко стало с утра уже. Что-то цепляется. Так вот, с этого края лучше. Сейчас копнем. Очередной сигнальчик. Неуверенный. Но дискрим выкручен чуть ли не до конца уже вправо, но он не пропадает, значит надо его копануть. Вот в этой точке. Вот здесь. А, вот, сейчас. Из дюральки чего-то запчасть, короче, какая-то непонятная. Херня все, короче. Ходим дальше. Ну, отлично, не меняется сигнал. Не меняется сигнал. Это очень хорошо. Сейчас поищем. Так, где-то здесь. О! Видно, нет? Вот это. Первая монеточка за сегодня. Да копейка, Николая. 1898. Даже блестит. Зеленая, но блестит. Погнутая. Ну ладно. Что-то тут это. Льет хреново, если честно. И жара уже. Жара долбит нормально. У тебя что-нибудь вообще было, нет? А? Ну, что-нибудь есть из находок-то? Тоже тишина. Железо. Да железо-то это понятно. Колян что-то роет все. Колян хитрый в наушниках. Что он там? Карманы набивает уже, наверное. Втихую. Хотел еще сказать. Поле-то. Посмотрел, говорю, по карте это поле. А находки-то здесь с этого поля получаются. Просто дорога здесь шла. Через поле. И, соответственно, его потом начали пахать из года в год. И эту дорогу распахали, и эти потеряшки с дороги растаскали по полю. И вот мы эти потеряшки и ищем, можно сказать. Это очень такая, ну, муторное занятие. Не прошло и полчаса, наверное, бродим. И замечательный сигнальчик
Так. Что, копанем, посмотрим, что там. Пока одно говнецо попадается. Одна. О, выпала. Смотри. Видно? Это конина или что-то типа того. Да. Обычная конина. Ничего особенного. Коляна к опомобилю продвигаюсь показать вам. И вот такой хороший сигнальчик. Я вот к машине подходил попить. И вот пошел дальше тут по окраине. Вот тут уже деревца начались. Хороший сигнал очень. Не исчезает вообще. Терпение. Главное терпение. Так, а ты исчезла. Так, смотрим. А, вот, ё-моё, фига. Вот это фига-фига. Фу, как жарко-то. Видно, нет? Солнце мне. Так, как карик такой. Ну, это, по-моему, или 5 копеек, или 3 копейки николаевские. 1800. Какой-то, не пойму, года. Елозили по ней, вообще не знаю, она блестит, как это. Удивительно. Сухая погода, видимо. Здесь сухая земля очень. Ну, блин, да, сильно стерта. Монитосик. Травы местами вообще больше по колено. Очень много. И густая. Сейчас он до мотоблока дойдем. Посмотрим, что за мотоблок у Коляна. Вот она, чем надо копать-то ездить. Клады складывать прямо вон в телегу. Красота. Супер. А так плуг приделать к нему. Вон он ко мне в пикап. И поехали выбивать места нормально так. Перепахал и херачишь. Фу, не знаю, насколько нас хватит по такой жаре ходить. Я думаю, что сейчас уже будем завязывать. Потому что, ну, что-то перебор с жарой-то. Такой сигналчик классный. Сейчас посмотрим. Ну что за херня? Оп. Вот что-то. Где-то цепанул. Сейчас. Оп. Во. О, ну-ка. Ищем, ищем. Опа. Опа, опа. Так, сейчас я сниму на телефон, потому что экшн-камера не зумирует. Так, сейчас я выключаю экшн-камеру. О, видно вам? Чешуйка торчит. Вот она, по центру экранчика. Достаем. Достаем. И смотрим. О, ну-ка. Солнышко мы ее сейчас осветим. Как тут, где тут у нас солнце-то? Погоди. Опа. Ну, естественно, чешуя, ё-моё, блин. Хрен тут разберешь чего. О! О, какой нормальный штампик. Лошадка. Копье. Видно? Прикольно. Ну, потом можно по буковкам, по каталогу посмотреть, что за чешуйка. А, маленькая. С мизинчик, с ноготок. Ну, хоть серебришко сегодня здесь нашел. Интересно. Ребята вон туда ушли. Далеко-далеко. Колян-то вот здесь рядышком стоит, ходит. А Илюша-то вон куда ушел далеко.
Я-то жару плохо переношу, мне это уже вообще тяжковато. Потому что, ну, реально жарко стало. Прямо это, ну, прямо это издевательство над организмом. Вот что бывает, если долго не выкидывать мусор из Кунга. Картофан у меня растет в кузове. К Коляну сейчас подойдем, спросим, что у него за находки. Все, металлоискатель я положил в машину. Сейчас погуляем еще немножко, парни. Я-то уже все нагулялся, хватит. Уже как этот слон. Пью воду вообще просто, ну, жарко очень сильно. Че, покажи на ладошке, что там у тебя? Хороший сигнальчик? Да. Офигеть. Жарко, да? Ну да. Что-то перебор даже с жарой-то. Я тоже на пинпойнтер. Пробка, да? Ну, а, плаваешь. Алюминиевая плаваешь, да? Или это что? Может, да, да, это ерунда, это от проволоки оплаваешь. Где манитос-то? О! Так окалики. Илюша-то вон куда убежал. Не серебра. Тебе все серебро подавай сразу. Ну, слушай, хотелось бы. Серебрышко-то. Так, на солнышко, да, конечно, видно было. Так, чё у нас тут, ой. Кролики какие-то. Ну, слушай, вот так. Чё-то да... А, ну, слушай, это 2 копейки Александровская, классная. 1800, то ли 20-й, наверное, чё-то ну, в этом роде. Да. Чё, классная монетка, мне нравятся такие. Не знаю. Это Николай Первый. 1/2 или 1/4, это копейка серебром, кокалики, николаевская, а это, не а это деньга убитая. Ну, походу, да. До стопудово. Ну что, полевой сохран, куда от него денешься-то? Никуда от него не деться. А у Илюши что интересно? Что-то рации сегодня не это самое, не вынули. Ты уж собрался уезжать, что ли? Да я так поснимать просто, я уже находился что-то. Нет, надо походить, может. Фига ты мокрый. Да пиздец. Фига с тебя течет. С меня течет. Дай-ка как тебе. Стузик она. Покажу. Хрена вообще. Просто ты весь мокрый. Тига. Я тебе говорю, жара такая, что вообще. Пока до Илюши иду. Я уже не хочу копать. Ну, имеется в виду с металлоискателем. Потому что, ну, реально жарко просто невозможно. На вопрос отвечу там. То ли Игнат зовут, не помню, то ли Игнат вроде. Он мне написал то, что там типа, а вот закон, туда-сюда, нельзя копать. Вы там церкви разрушаете еще, написал. Ну, не мы, а вообще копатели. Но не буду долго тоже дискутировать на эту тему. Так вкратце скажу. Да, есть мародеры и такие, мягко говоря, некультурные люди, которые... Да, элементарно, ни ямки за собой не закапывают, церкви разрушают, эти курганы скрывают. Вот их, как бы вот курганы, кто скрывает, там вообще беспорядками такими занимается, вот их надо, да, наказывать. А таких вот, как мы, которые просто бродят по полям с металлоискателем, ничего плохого мы не делаем. Вот лично я, например, когда мы едем куда-то копать на какое-то поле, звоночек прервал нашу беседу. Так вот, на чем я остановился, короче, на то, что вот поле, например, колхозное, да, и то, я всегда через интернет, там, разными путями приезжаю, вот, где офис, например, этого какого-то
фермера. Прихожу, спрашиваю, можно ли походить по вашему полю. Ямки с собой закопаем, культурно все будет. Если разрешают, мы ходим. Не разрешают, ну и ладно, мы в следующее место едем, как бы, ничего страшного. И все происходит адекватно. Так и надо делать. Естественно, не лезть в чужой огород. Там, ну, что-то такое. Вот. Закон законом, но и должна быть, как бы, у людей, вот у копателей, своя, как бы, культура. Культура производства. Вот. Договорить никак не могу. То, когда записывал, звонок прошел. А потом Илюша тут со своим оплавшим алюминиевым. Потом поезд. Ну, в общем, уже закончу эту болтологию. Вкратце так, ребят. Вот главное, не залезать в чужой огород. Культурно себя вести, закапывать ямки. Если, например, есть собственник у земли, лучше с ним поговорить, а не в наглую лезть там, как бы, на это поле, чтобы потом приехали и какие-то разборки были. Нахрен это никому не надо. Вот. Если человек адекватный, разрешит, просто погуляли спокойно на поле, закопали за собой ямки, все культурно, все красиво, чтобы было. Вот, без эксцессов всяких. И, естественно, не копать на АКР, чтобы тоже с законом не было проблем. Я вообще надеюсь, что, как бы, этот закон как-то подкорректируется, потому что нас 2 миллиона таких копателей, может, даже больше. Это по официальным данным 2 миллиона. А я думаю, больше нас по всей России, матушки-то. Вон там грибники лазят. Пойдемте спросим, есть грибы-то или нет. Привет! Грибы ищете? Да. Есть грибы-то? Бывают. Не, ну здесь-то есть вообще? Да, сухо, вообще дождя нет и жарко. Ну там тенечек, хорошо ходить-то, да? А там дороги нету среди деревьев? Нет. Здесь просто старая дорога рядом шла, вот она в поле была, может, или здесь. Мы-то здесь ходим, монетки ищем. Да, старая дорога здесь была. Сухо. Грибов мало, говорят. О, Коляна. Какой-то, говорит, сигнал непонятный. Сейчас посмотрим, что там у него за непонятный сигнал. Да ладно, ты тут хера тут котлован вырыл. Вот он, ну, тоже, ну, еще полметра уже выкопал. Так выкапывай. Рубль серебряный, может. Что глубоко еще. Ху, блин, я пинпоинтер дома говорю, это самое, в машине оставил. Вон у Илюши есть, надо Илюшу посмотреть. Фу. Может, в боку где сидит, блин. Не-не-не, ты прям сейчас по центру водил. Ни хрена себе, тут вообще уже колодец выкопал. О! Ага. Все, железо, наверное, какое-то. А, так это, наверное, ну-ка, ну-ка. Железо, да, ржавое? Да. Может, просто кольцо железное, оно же это самое. О, какая-то здоровая железяка. Что это такое-то? Да я... Да. Да, ямки закапываем. Мы ж культурные все. Так. Че, Илюш, есть что у тебя? Еще? Ну, похвастайся. Чего? Ну серьезно, что у тебя? А ты что, мертвые не потеют, что ли? Ой, блин. Ты вообще сухой что-то? Как с Коляна, блин, как с этого течет. О! Ух ты, 15 копеек. Ой, какой сохран-то классный, смотри. Так год какой хреновый. Ну год-то погоди, не дергай, блин, я не могу сфокусироваться. 57-й. Ну год-то хреновый. Да, погоди-ка. Полная Меркель, блин. Да. Ну ладно. Ну хоть что-то. Ты сегодня что у нас, без серебра, что ли? Пока, да. Ничего себе. Надо искать. Ищи давай. Как ты без серебра, ты
Ты у меня в каждом ролике с серебром уходишь. Поезд. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Вот в наушниках хорошо ходить, когда рядом или шум, или ветер. Вот так вот мы и ищем. Ну хорошо так-то вообще-то. Вот-вот и рубль серебряный наконец. Ху, а давай. Ты-дынц. Мимо. Тут три моих катушки у тебя вообще, не знаю. Если мои вот сравнивать. По объему, наверное. Вот мне и приходится вот такие ямы рыть постоянно. Да. Ага. Помогаешь колхозникам. О, давай. Вон она лежит, блин. Чё? Чё она? Не знаю. А, ложка, ёперный тет. Эй! Хотел рубль и нашёл как... Да ложка. Ну, остатки. Без ручки даже. Причём алюминиевая. Нет бы серебряная. Так ты ее зря пинул, мы ее еще раз найдем, значит. Ну, надо да. Было закопать ее. Чтобы интереснее было находить, да? Не, она сверху будет валяться уже, сейчас понятно. Сейчас пойду еще раз найду ее. Ну, да, и будет ролик у нас, да? Одна и та же ложка каждый раз. Ладно. Серебро надо искать, серебро. Давай, давай. Кричи громче, когда будет серебро, я сниму. Так это опять она, Илюша. Да, ты вперед каждый раз ее кидай. Так интересно будет ходить. Такой звук хороший будет. Давай. Колян зовет. Пятачок нашел вроде как. Что-то надо же снимать. Я же не копаю. Ребят поснимаем. Сейчас на ролик насобираем монеток-то. Так. Советский, что ли? Да. О, красивый. О, фокус. 1928. Да. И сохранчик неплохой, я бы даже сказал. Красота. Ничего. Видишь как? Все-таки выходил что-то. Что-то, да. Молодец. Бегаю, бегаю тут. Да, конечно, там. Угла в угол. С тебя уже, наверное, не один литр с это сошел воды-то. Слушай, это... Тебе-то хорошо, ты хоть потеешь. У тебя деньги с собой есть вообще? Есть. Наверняка. А что ты? Рублей 300 дашь мне? На пиво, что ли? Да на водочку, а то у меня нет, вчера на такси потратился. Думаю, блядь, 5 тысяч не буду менять, нахуй. Понял. На пиво-то, это, на водочку, да грех не дать. На водочку. На работе отдам. Да ладно, не проблема. Ну а у тебя-то что? Что? Я сегодня за оператора, короче. Хожу, как этот самый... За ними по полю бегаю. Ну, давайте что-нибудь-то хоть интересное это выкопайте. Особенно ищу, очень редко. Ты только серебро ищешь, остальное пропускаешь, что ли? Да. А, как интересно. Обхожу. Обхожу стороной, да, все остальное. Еще ложки алюминиевые выкапываю. Иногда. Ё-моё. Матом поменьше ругайся. А то потом за это самого запикивать устану. Все, копаем. Давай. Ну пищит-то вроде хорошо у тебя там в наушничках-то. Не слышно? Ну да. Фу. Вот она. Колечко. Колечко. Эй, Галён. А оно звенит хорошо, конечно. Да, ну хорошо звенит, ты что ты. Старинное колечко-то все равно. Да колечко это старинное, машины, ну да. Просто от этой. От машины, наверное, какого нафиг оно нужно. Ну это не от машины, это старинное там от, ну какой-то там, наверное, как это называется, господи, кожа там проходила, ну да, что-то да, соединительное я, такая. Я такие не беру. Ну что, ребят, заканчиваем мы издеваться над организмом, такую жару. Потому что реально очень жарко, блин, просто, ну это не передать словами. Кстати, сейчас вот позавчера, то ли в Иране, то ли в Ираке, не помню. Рекорд вообще планеты, 54 градуса там у них зафиксировано вообще за всю историю как бы наблюдений за температурой. 54 градуса, представьте, как им там тяжело. Это просто ад, наверное. А у нас даже в Воронежской области и то 48. Представьте, 48 градусов.
У нас сейчас, ну, градусника вот у меня нет, я не знаю сколько, ну, градусов 35-37, может, не знаю, вот как-то так, наверное, потому что, ну, очень прям жестко, жестко просто вообще. Фу. Так что, пока вот как-то так, а дальше будет видно, так скажу, потому что, ну, не буду ничего обещать пока, но буду стараться все-таки вылезать на коп и снимать. И опять же, как-нибудь пробираться ближе к карьерам. С Серегой мы там, если у нас совпадут выходные, как бы обязательно сразу же рванем. Но не в такую жару точно. Там вообще просто будет, наверное, вообще там ветра нету. Тяжко будет. Так что издеваться тоже над собой не будем. Посмотрим по погоде, по обстоятельствам. Там будет видно. Спасибо, что посмотрели, ребят. Будем продолжать снимать. А вам удачи и до новых встреч в эфире. Пока. Дыр-дыр-дыр. Сваливаем мы, короче, с этой жары. Супер, давай. Да, конечно, напрямки прям, давай. Ну, давай, пока. Вот это да. Круто. Все, домой мы гоним. В тенечек. Да, вон до дома добрался. Почти 40.